давно, еще до жуткого, жуткого дотакрэша, Милитех построил себе секретный подземный город под нашим городом. Там, в таинственном комплексе из бункеров, пыльных складов и полутемных лабораторий, они создавали кибер... Начинаем наш спектакль. Добро пожаловать в черный сапфир, Агилар. Надеюсь, полет прошел хорошо. Рады тебя видеть. Ой, нам пора. Потом объясню. Ну ты как, готов? Он из кубинского картеля. Интересно. Рад видеть тебя, Агилар. Большая честь. Вы так скромно прощаетесь с командиром. Я ждал более пышной церемонии. Пышной? Но... мы сделали, что могли, что полагалось. Проводи меня к Беннету. Он усилил свою охрану. Это не к добру. Агилар, какой сюрприз? Похоже, вы знакомы. Мы должны кое-что обсудить. Разойдись. Я сегодня виделся с подполковником. Мы мило побеседовали, обсудили разные вопросы. Нам обоим кажется, что Доктауну нужен сильный лидер. Этим человеком будет Беннет. Люди прислушиваются к нему. И ты тоже будешь, Яго. И насколько его хватит? Он подождет, пока ты уедешь, и всадит мне нож в спину. Мне нужны твои контакты. Имена информаторов из полиции. Всех, кому ты платишь. Уму непостижимо. Докажи, что поддерживаешь меня. Это справедливая цена. Ты ее заплатишь. Хансен говорил, что уступки – удел слабых. Ты кто такой, чтобы звать полковника по имени? Вы рычите друг на друга, как две злобные баллонки. Думаете, полковник был бы рад это увидеть? Его решение было бы очевидным. При нем Яго сохранил бы свое звание и должность и стал бы помощником подполковника Беннета. Разве не так? Предлагаю считать смерть полковника достойным поводом закопать топор войны. Иначе Доктаун не устоит. Ну, давайте так. Договорились.
Надеюсь, я не пожалею. Наконец-то. Вы в Найт-Сити любите усложнять самые простые дела. Собаки — собачья смерть. Неужели и в Доктауне так? Это тебе урок, Сильверхенд. Обрати внимание. Заходи к нам в любое время, агент. Ну, пора откланиваться, Ви. Что? Было весело, но настало время сказать Агилару наше сердечное адьос. Прощай, Агилар. Было круто. Внимание, Доктау! Говорит Лейтон. Полковник Беннет! С сегодняшнего дня я официально командую Баргистом. Всех жителей Доктауна ждет светлое будущее. Полное светлых дней. Я, конечно, о тех жителях, которые выполняют приказы. На этом все. Конец связи. Говорят, что у Доктауна новый глава. Этот твой Беннет – настоящий альфа. Достойный преемник Хансена. При помощи рассудительных людей он добьется даже большего, чем покойный полковник. Прекрасная работа, Ви. Ты заслужил щедрую награду. Спасибо, на этом пока все. Я тебе позвоню. どこが来ました。武装しているようです。もちろんです。わかりました。 Дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит.
Слушай, да успокойся ты уже. Просто зайдем, поговорим и уйдем. Ханако-сама га омачи да. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Давайте сразу к делу. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась. Слишком много деталей не совпадало. Я думал, мы будем обсуждать дела. Да, конечно. Ты принес душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Вы, кажется, нервничаете. Что-то не так? Нет, не знаю. Это Ави пролетает тут уже в третий раз. Думаете, за вами кто-то следит? Мы немного отклонились от темы. Ты принес душегуб? Душегуба у меня с собой нет. Мы ведь не так давно знакомы. Хочешь подстраховаться? Понимаю. Но в этом нет нужды. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Ирасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее. Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. В таком случае, что вы хотите получить от меня? Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Что уж там. Говорите все как есть. Я хочу его наказать. Не совсем. Вы хотите его убить. Я хочу, чтобы в Арасаке все-таки узнали правду. И что вы собираетесь делать? Юринобу. Ханако-сама, соросоро готитаку ни омодори итадайте. Сугу ни суму ва. Юринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Юринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Юринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Я должен обвинить Юринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. И какие, например? Увидишь. Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думал, это логично. Такемура говорил, что Юринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место. Ви. Мой брат никогда этого не понимал.
Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Как хотите. Это не мое дело. Ну? Интересное предложение. Мне нужно подумать. Конечно. Только недолго. После парада Йоринобу насторожился. Он может что-то подозревать. Давай, пошли отсюда скорей. Ви, как ты себя чувствуешь? А? У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Да, я подумаю. Тебе нужно на воздух. Быстро. Я предупреждал. Ты что творишь? Блять, Ви, нам может всего пару часов осталось. Посмотри, ты на ногах еле держишься. Зато я полон сил, и тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена, и разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. А ты-то мне зачем? Я сам договорюсь. Бестия не полезет в пекло с пацаном, который в наемниках без году неделя. Ну, а со мной она уже успела поработать. Предложение Ханака все еще в силе. Прости, чье предложение? Да иди ты нахуй. У нее есть власть. Это наш счастливый билет. Ну да, ну да. Билет в городской морг. Эта баба, гляжу, весь мозг тебе засрала. Разберемся вместе с бестией, как раньше. По нам она предлагала помощь. Слушай, я знаю, что вы с Панам начали мутить. Я понял, не дурак. Поэтому мне кажется, что втягивать ее в наши разборки — это херовая идея. Не повторяй моих ошибок, парень. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит. Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. Мне нужно время, чтобы... До тебя еще не дошло? Как раз времени-то у нас и нет. Что ты там опять задумал, мразь? Это мое тело. Значит, я принимаю решение. Не в этот раз. А, Джонни! Посмотри на себя. Не можешь даже... Блядь, ты опять отрубаешься. Видел, когда пришел, так что я накачал тебя бета-галоперидолом. Но светочувствительность — это хороший знак.
Зрительные нервы не повреждены. Голова. Ага. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство... Будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. А как... Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании, испугал Мисти до полусмерти, скинул со стола пациента, которого я оперировал, и потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело. Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Ну что, сидеть я вроде могу нормально. Но на этом хорошее, похоже, заканчивается. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик. Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотрезина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотрезин, Бестия, Арасака Тауэр. Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Ви, я слышала... Ну, твои мысли. Да, неловко вышло. Извини, правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ну что, мне кажется, Вик уже сыт мной по горло. Не сердись на него. У него сегодня заблокированы все чакры, и он выпил слишком много кофе. А у меня тогда что? Наверное, аура меркнет, да? Угу. Боюсь, что да. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем.
последний этаж. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ох, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Спасибо, Мисти. Тут правда очень круто. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Нет, прощаться это не в моем стиле. Ну, дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Предлагаю рискнуть и поставить на Арасаку. Это, блядь, что было? Твою мать, да что ж ты такой упрямый? У тебя научился. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Есть еще одна возможность. Какая? Можно оставить все как есть. Забить на таблетки и все остальное. Если не попробуем сделать хоть что-то, мы оба умрем. Я знаю. Как раз на это я и надеюсь. Ты в своем уме? Что происходит? Ты помнишь, сколько дерьма мы расхлебали на этом пути? Помню.
И ты хочешь сдаться? Почему? Потому что так будет безопаснее для всех. Во всех остальных случаях погибнут люди. Люди постоянно гибнут. Так устроена жизнь. И что, я стою этих жертв? Или ты? И вообще, только так мы оба будем в сознании. Когда наступит смерть? Да, в последнюю минуту жизни. Я не думал об этом, если честно. Столько времени прошло, а ты не перестаешь меня удивлять. Это я от тебя научился. Ви, ты правда это сделаешь? Если ты не будешь против. Наверное, я бы поступил иначе. Но валяй. Серьезно? Не будешь спорить? Видимо, я тоже чему-то успел у тебя научиться. Уже пора. Знаешь, это правда красиво. С тобой было приятно иметь дело, Ви. Да. С тобой тоже, Джонни. Слушай, хватит, это тупо. Он уже, Попробуй, сам увидишь, тебе станет легче. Окей, Ви, ты так хотел в посмертии? И как там тебе теперь? У нас-то внизу все херово, ничего нового. Может, даже и хуже стало, чем было. Может, если бы я больше тебе помогал, все кончилось бы по-другому. Больше позитивной энергии. Мне... Нам будет тебя не хватать, малыш. Сеньор Todopoderoso, escucha tu humilde servidora, que obra siempre en tu gracia. Recibe en la luz cálida de tu reino a Vi, a quien llamaste a tu lado, y deja este mundo perverso. Y acéptalo en compañía de tus santos. Amén. Покойся с миром, Vi. Хочется с тобой поговорить. Вот я и решила позвонить. Как в старые времена. Это тупо, конечно, но раньше люди вообще разговаривали с надгробиями и нормально. Ты никого не удивлял. Как будто так и надо. Если уж говорить честно, я постоянно о тебе думаю. О том, что ты сделал. И мне кажется, я понимаю, почему ты решил уйти, а не бороться дальше. Но, блин, Ви, ты вообще думал про то, как... что будет, когда...
Привет, Ви. Я хотела сказать, я правда надеюсь, что есть какое-то посмертие. Загробная жизнь. Знаешь почему? Потому что там мы сможем когда-нибудь снова увидеться. И тогда ты пожалеешь, что мы вообще познакомились. Как ты мог так поступить? О чем ты вообще думал? Вообще ни о чем, да? Я столько для тебя сделала. Я ради тебя старалась, а ты... Чем ты мне ответил? Лег лапками кверху и сдох, да? Если есть жизнь после смерти, надеюсь, ты попал в ад, Ви. Ты этого заслужил. Пока. Ви, я узнал, что случилось. Ты хотел разом все исправить, да? Показать этому ебучему миру что-то о нем. На самом деле думаешь, да? Так? Просто не представляешь себе, как меня все это бесит, вся эта ебаная романтика вокруг суицида. Блять, всякий у нас Ромео и Джульетта. Ну, блять, охуеть. Оригинальное решение, нечего сказать. И что ты этим доказал? Что тебе глубоко похуй на своих друзей? Вот и все. Ну зачем? Значит, ты решил просто уйти. Ну, можно было ожидать. В Найт-Сити многие люди делают такой выбор. Особенно хорошие люди. Мой первый напарник Джейми Шен тоже пустил себе пулю в лоб. Ни записки не оставил, ничего. Но это из-за беспредела, который творило начальство, я уверен. Это ничего не изменило, конечно. Разве что... Одним честным копом стало меньше. Что ж, надеюсь, ты сейчас в лучшем мире, Ви. Привет, Ви. Ты, наверное, никогда не услышишь это сообщение, но... Как говорил поэт, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. В конце концов, это был твой выбор. Ты сам решил, что для тебя лучше. Просто, надеюсь, ты понимаешь, что это коснулось не только тебя. Твоих друзей тоже. Мне кажется, ты даже не знаешь, как много их у тебя было на самом деле. Может, когда-нибудь мы еще увидимся, Ви. Ты, я, Джеки. Поэтому я не прощаюсь. Мне сказали, тебе уже не нужна операция. Я не понимаю. Ты же хотел жить. Один звонок, и тебя бы спасли. Новые штаты умеют благодарить. Нет, ты решил сдаться и ждать смерти. Это за пределами моего понимания. Зачем ты это сделал, Ви?男が来ました。
Побыть наедине с собой? Последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты думал, ты... Нет, я... Это по... Если... Что? Нет. Короче... Нет. Прощаться это не... Ну, дел... Долго мы... Только по... Потом... Во-во. Ну или позови пана. Или заключи сделку. Предлагаю рискнуть и поставить. Это, блин, твою. Ты уверен? Да, только не психуй. Честно говоря, мне абсолютно похер. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. Понимаешь, может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит, все чувствовать. До встречи в Микоши. Джонни? Ну все, я один. Наконец-то. Я согласен на сделку. Ты не спешил. Йоринобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостила у него в Норт-Оуке. Не можете уехать? Да, о моей безопасности заботятся его люди. Он что-то подозревает? Скорее всего, его доверие ко мне пошатнулось. Не вижу иной причины удерживать меня здесь. Внезапно. И что дальше? Мы не можем ждать. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда как можно скорее. Где ты? У Виктора. В клинике. Она сразу за магазином эзотерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. А потом... Мы поедем к моему брату в Арасака Тауэр. Ви, это ты? Или... Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи, подождем вместе. Раз ты все равно ждешь, может, тебе погадать? Окей, давай. Некоторые считают, что неопределенность – это зло, и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни.
Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее — это его будущее. И наоборот. Окей, я готов. Начнем с тебя, Ви. Шут! Ха, кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Это талантливый и харизматичный человек, лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это 100% Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты — это ваше будущее. Дьявол. У тебя, случайно, нет другой колоды? Повеселее. Это не смешно, Ви. Перевернутый дьявол значит подчинение. Потерю контроля. Это борьба. Агрессия, зло. Что бы тебя ни ожидало, считай это предостережением. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна — это тайна. Это, кажется, за тобой? Стой, это что? Лимузин Арасаки? Все верно. Почему, Ви? Они же убили Джеки, а ты... Ты теперь с ними работаешь? Думаешь, я не помню? Мне тоже это не нравится. Но другие варианты были еще хуже. У тех, кто предает друзей... Нет оправдания. Ты не можешь меня осуждать. Ты изменился. К худшему. Ви, я рад тебя видеть. Ты выглядишь... Да, и чувств... Очень жаль. Нам надо идти. Подожди. Когда мы виделись в прошлый раз... Мы говорили о конструкте личности, который будет влиять на твои решения. Той же самой личности, которая полвека назад взорвала две ядерные бомбы в Арасака Тауэр. А теперь ты с этим конструктом предлагаешь уладить конфликт в Арасаке. О чем ты говоришь? А тебе не сказали? Очень жаль. На его чипе записан Джонни, мать его, Сильверхенд. Слышал о таком? Террорист? Да, но сейчас он не активен. Я принял бета-блокаторы, но до этого он, конечно, отговаривал меня работать с Арасакой. Так что засуньте свои подозрения поглубже, пока я не пожалел, что с вами связался. Мне этого достаточно. Нам пора ехать. Ханако сама нас ждет. Допустим. Но я буду следить за тобой. Мы почти приехали. Почему она не звонит? Ханако сама? Ей могли отключить связь в резиденции. Что-то здесь не так. Если ты разобьешь машину, лучше не стать. Я вам не водитель, знаете ли! Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Ты не спишь? Даже не помню, как отрубился. Теперь не засыпай. Скоро приедем.
оружие на изготовку. Ты тупой? Держитесь, естественно. В смысле, не надо этого. Просто сидите спокойно, и все пройдет гладко. Все в порядке? Боже правый! Эффектно и эффективно. Молодец. Чтоб вас всех! Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Мы не будем просить у них разрешения. Хельман, ты ищешь для нас Ави. Очень скоро здесь будет небезопасно. Ви, ты идешь со мной. Я в спальне, в центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Но сперва мы нейтрализуем четверых охранников. Такемура, Ви, это ваше задание. Ага, нейтрализуем. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Я думаю, лучше пройти слева, через сад. С ним лучше не шутить. Осторожно. Еще пятеро. Охранников снаружи и резидент в гараже слева. Один охранник во дворе, второй в доме. Они знают, ты здесь. Нейтрализуй их. Всех до одного. У врагов есть не тронет. Нейтрализовать его! Не спи! Возможно, нас дали. Мы его прижали! Граната! Попал! Займите позицию! Закройте брешь! Огонь!
приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Эти люди просто не оставили мне выбора. Другого пути не было. Из-за этого я и старалась всегда держаться в стороне, чтобы не принимать таких тяжелых решений. Но теперь... Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю. Вы, я, Горо и Хельман — это четверо. Ну, 3,5. Есть еще Ода. Мы встретим его на месте. Быстро же он встал на ноги. Об этом позаботились лучшие врачи. Короче, против всей Арасаки и ее армии этого будет недостаточно. Мой брат — это не вся Арасака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Садись. Не слишком ли рано пить шампанское? Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь еще дрожат руки? Да, у меня с руками все в порядке. А со всем остальным, мне кажется, нет. И со всем остальным тоже неплохо. Это неправда. Он отключился в машине. Просто устал. Ничего удивительного. Твоя центральная нервная система отмирает. Лично меня удивляет, что ты еще ходить можешь. Смени тон, или сейчас тебе самому станет сложно ходить. Хватит. Нам надо спешить. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займемся тобой. У тебя уже все готово? Вполне.
Черт! Тихо. Спасибо. Ты справишься. Мы уже близко. Такемура-сан, собирайте людей. Подними всех, кто остался нам верен. Мы будем ждать вашего сигнала. Ви, ты пойдешь со мной. Сюда. Тогда это последняя возможность. Для чего? Чтобы рассказать мне план. А если плана нет? Не делайте из меня дурака. Угу. В день парада у вас с Такемурой, кажется, он был. План. Тем не менее, от него очень быстро ничего не осталось. И все-таки мы добрались сюда. Знаешь почему? Потому что иногда нужно смотреть правде в глаза. В тот день я так и поступила, благодаря тебе. Ты выглядишь как честный человек. Это ваш аргумент для правления Арасаки? Мне просто встать перед ними? С оружием наготове. То есть, если мои чары не подействуют, перейдем к другим методам. Понимаю, к чему вы клоните. Нет, пока не понимаешь, как и все они. А куда мы идем? Это один из самых ревностно охраняемых секретов Арасаки. Подождите, это же... Кабинет отца. Такой же, как в токийской штаб-квартире. И как во всех прочих офисах Арасаки на планете. Во всех деталях и мелочах. Чтобы он мог ориентироваться даже вслепую. Такой уж он человек. Придирчивый, требовательный. Был. Прошу прощения? Вы хотели сказать «был». Символы никогда так просто не исчезают. Вопрос в том, насколько лидеры фракции будут верны ценностям Арасаки, и хватит ли у них смелости признать свою ошибку. Разве на это есть шансы? Больше, чем кажется. Идем. Мы едем вниз. Я же говорила. Точка доступа к Микоши находится под Арасака Тауэр. Прежде чем мы придем на заседание, нам нужно сделать кое-что еще. Да? У меня есть смутное ощущение, что вы чего-то не договариваете. Потому что я чего-то не договариваю. Проявляю осторожность. А я думал, мы доверяем друг другу. Мы доверяем друг другу. Именно поэтому ты здесь. Хотя в тот раз, когда вы меня похитили, я посоветовалась с ним. А с кем? С отцом. Он копировал не только обстановку кабинета. Что? Отосама. Коно-хито-йо. Омай-ва вагаша кара нусуми у хатарайта. Вот это ни хера себе. Сарани ва мусуме но юкай ни катанши. Кондуа мускоу хоумри сару то штейр.
Арасакани заявду Рамига Ариодана. Но зачем что? Я здесь? Умаю мискарану меде мите митхат. Серьезно? Гоку арифрета нингенга токи ни джуйо на яквари у нинам. Умме но итазра то дему юбеки ка. Сетоши. Соно хазама ни. Гарасгар. Ватаси тачи но шиме ва. Благодарности недостаточно. Отосама. Это все. Мы можем идти. Да, пойдемте уже. А, Джонни, не надо. Не сейчас. Мы почти у цели, Ви. Ты выдержишь? А у меня что, есть другие варианты? Прошу, успокойся. Успокоюсь, когда все это кончится. Впереди самое трудное. Сюиде аящу гоки гаареба, тадачи ни хококу широ. Ханако-сама. Ты... У вас хорошая память на лице, Ода. Ви, с нами. Разумеется, Ханако-сама. И это все? Остальные на позициях. Они готовы действовать. Я собрал здесь самых лучших и верных. Верных мне или моим деньгам? Я бы сказал, 20% на 80, Ханако-сама. Хорошо. Надеюсь, этого хватит. Теперь идем. Вы же все знаете. О чем я знаю? О воскрешении Сабура. Я говорил с его конструктом. Что? Он оцифровывал свои инграммы и делал копии на случай смерти. Нет. Он бы сказал мне. Зачем? Чтобы вы не так сильно напрягались, когда его охраняете? Арин. Чувствуете, Такэмура? Найт-Сити снова отвесил вам пинок по яйцам. И на этот раз с разбегу. Если их не убедить, ситуация может выйти из-под контроля. И что тогда? Их тоже надо будет нейтрализовать. Держи оружие наготове. И ничего не говори, пока я не попрошу. Что бы ни случилось... Слушай меня. Просто переселить. В этом архипелаге еще много островов. Слишком много. Я опоздала. Прошу прощения. Ханако, что вы здесь делаете? А где же мой брат? Он сказал, чтобы начинали без него. Ну, тогда без него и начнем. Начнем что? Обсуждать отстранение Йоринобу с поста главы корпорации Арасака. Простите, я не ослышался. Что? Что вы делаете? Вы не можете... Ханако, может, объясните нам, что происходит? Ви, ты сядешь здесь. Я не позволю вытирать об себя ноги. Ты слышал? Перенеси куда-нибудь свою жопу.
Это просто неслыханно. Большое спасибо. Йоринобу убил моего отца и воспользовался его смертью, чтобы развязать свою войну. И вы знали об этом. Все вы. Потрясающе. Бред! Думай, что говоришь. Вот именно. Это все слова. Может, есть и доказательства? Есть. Я привела очевидца. Так и было. Все правда. Я видел это своими глазами. Видел что? Йоринобу при мне задушил отца, Сабура Арасаку. Ха, все интереснее и интереснее. Я это подтверждаю. Предателям веры нет. Это серьезное обвинение, но голословное. Если наших слов недостаточно, возможно, вас убедит мой отец. О! Арасака-сама? Акагуно-йони мамма-то-дама-саретака. Хиори-ми-шеги-ни-хаситтага. Изрю-ни-сею. Кари-ни-мо-як-и-не-ар-му-но-та-чи-га-нан-то-насаке-най. И это? Это должно нас убедить? Дешевый фокус. Махетто. Омайга милитекту-му-сен-бен-сен-су ю-рю-ште-и-та-то-ки. Арасака-сама. Это он. Аджи-сама, что нам теперь делать? Возражение? Да что тут происходит? Похоже, кто-то возражает. Кто включил блокировку? Значит, вот как ты решила проблему, Ханако. Заперла нас здесь, чтобы мы перегрызлись, как крысы в клетке? Что это? Сколько еще уличных попрошаек ты сюда привела? Я тебя спрашиваю! Защищайте ритм! И что тут? Мне этого не хватает. Поверить не могу! Я не думала, что он зайдет настолько далеко. Я сделаю и возьму патрон Арасака. А ты найди моего брата. Этот лифт едет до верхнего адра. Оттуда можно попасть на этаж или но. Ханако-сама, я могу ему помочь. Хорошо. Только не... Хорошо. Только не причиняйте ему вреда. Ваша задача — просто его схватить. Он мой брат. Если ты тронешь его хоть пальцем, наш договор потеряет силу. Я ее защищу. Админаса. Идите. Такамура-сан, вы желаю вам обоим удачи. Внимание! У нас тут нетранер! Здорово!
Он ранен! Стреляйте! Это хакер! Этого не может! У него раз нет. Папа!